Занятие по развитию речи. Тема «Овощи». Обогащаем словарь, развиваем память, внимание и мышление ребенка. Вводим в речь ребенка обобщающее понятие «овощи». Дидактические игры для малышей по теме «Овощи». Машенька, давай посмотрим, что у меня здесь в корзиночке лежит. Ну-ка, давай называем. Ну, давай, хорошо. Это что, Маша, такое? Помидорчик. Помидор. Это что у нас такое, Маша? Огурчик. Огурчик. Это у нас... Что это такое, Маша? Морковка. Морковка. А это что такое, Машенька? Перчик. Перчик. А это у нас? Капуста. Капуста. Давай теперь обратно в корзиночку убираем. Называем капуста. Маша, называй перец. Это что, Машенька? Морковка. Помидорчик. Только, Маш, не бросай. Аккуратно клади. Морковка. А это что, Маш, зеленый? Огурчик. Огурчик. Огурчик, огурец. Машенька, это у меня все овощи. Скажи, это овощи. Овощи. А овощи, Машенька, посмотри, растут в огороде. Да, в огороде на грядках. На грядках. Давай посмотрим. На этой грядке что у нас растет, Машенька? Посмотри. Посмотри, что на этой грядке? Капуста. Капуста. На этой грядке растет свекла. Свекла. На этой грядке растет лучок. Лучок. А на этой грядке растет что, Машенька? Морковка. Морковка. А вот посмотри, какой домик. Теплица. Видишь? В нем растут помидоры. Скажи, Машенька. Помидоры. Помидоры. А охраняет наш огород пугало. Скажи, Машенька. Пугало. Пугало. Оно охраняет огород, отгоняет всех птичек, чтобы они улетали и урожай наш не клевали, чтобы мы сами собирали урожай. Машенька, а сейчас мы с тобой тоже будем собирать урожай. Вот у нас корзиночка полная овощей. Давай достаем и называем. Машенька, что ты достала? Огурчик. Огурчик. Что это, Машенька? Свекла. 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 Это у нас что, Машенька, такое? Помидорчик. Помидорчик. Хорошо. Это знаешь, как овощ называется? Репка. Умница, репка. А это у нас красивая? Что это, Маша? Морковка. Морковка. А это у нас самый большой? Капуста. Капуста. Вот что? Какая большая капуста. Машенька, а теперь будем с тобой собирать овощи в корзинку. И снова говорим. Мы в корзинку кладем что, Машенька? Морковку. Морковку кладем. Так, что еще положим? Это помнишь, что это такое, Маша? Да. Свеколка, свекла. Вот так, Маша, вот старочку, дай бумагу. Вот, свеколку положили. Так, давай, помидорчик, Маш, положи на место. Так, помидор, умница. Все лежит хорошо. Что еще положим, Машенька, в корзинку? Что это, Машенька, такое? Огурчик. Огурчик, давай, огурчик. Ну-ка, давай вот сюда его. Вот. Это мы что, Машенька, кладем? Репку. Репку положим. Ох, какая репка, давай, большая, уродилась. Вот, положили. И что у нас осталось, Машенька? Капуста. Капуста. Осталось. Это у нас с тобой овощи, скажи. Овощи. Овощи, молодец, Маш. А теперь мы с тобой соберем морковку. Давай попробуем. Вот у нас морковка. Нужно ее собрать, чтобы она была целая. Видишь, она у нас на части распалась. Ну-ка давай. Вот умница, Маша. Так, правильно, правильно, Машенька, все правильно. Так, эти две корзиночки собрали. Нет, давай, смотри. Давай, Маша, вот эту мы положим корзиночку сюда. А теперь нам осталось вот маленький хвостик. Так, получилась морковка, Маша? Молодец, получилась морковка. А теперь с тобой репку соберем, хорошо? Репку. Давай репку соберем. Ну-ка, где наша репка? Вот она. Сложу тебе репку большую, покажу, какая она у нас большая, красивая, желтая. Маш, посмотрела на репку? Да. Будешь сама собирать? Давай, раз, 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 распалась репка. Сломалась. Ну-ка. Сломалась. Ну-ка, собери, Машенька, репку. Так. Давай, я тебе помогу. Вот эти, Маш, вот так будут дружить. Вот так. Давай.
Ой, куда-то далеко, Машенька моя хорошая. Маш, вот сюда, Машуль, вот сюда. Так, ну давай, еще одна картиночка осталась. Маша. Ну давай, 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 веди, веди ее. Так, вот, теперь получилась репка? Ну молодец, Маш, похлопай себе в ладошки. Молодец, Маша. А теперь давай, Машенька, поиграем с тобой в игру день-ночь. Достаем огурчик. Дочек. Ну, это не помидорчик. Посмотри, что это. Морковка. Морковка. И помидорчик. И помидорчик. Давай. Когда я скажу ночь, ты глазки закрываешь. Открываешь и говоришь, какой овощ я спрятала. Договорились? Хорошо, давай. Ну все, ночь наступила. Ночь наступила, наступила ночь. Открывай глазки. Смотри, что пропало. Какого овоща нет? Помидорчик. Помидорчика. Ну, давай снова поиграем. Вот он, помидорчик. Давай, ночь наступила, Машенька. Ну, закрывай глазки. Наступила ночь. Машенька, какого овоща нет? Огурчик. Огурчика, вот он, огурчик. Ну, давай еще раз поиграем. Давай. Ночь наступила, закрывай глазки. Крепко, 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 крепко. Открывай, Машенька. Какого овоща нет? Морковки. Морковки, вот она, морковка. Молодец, Маша. Все овощи отгадала. Убираем овощи, Машенька. А теперь мы с тобой еще вот в такую игру поиграем. Машенька, называем каждый овощ. Давай, называй. Что ты достаешь, Маша? Огурчик. Огурчик какого цвета, Маша? Зеленый. Помидорчик какого цвета? Красный. Красный. Репка у нас какая по цвету? Желтая. Желтая. А морковка оранжевая. Один. Найди для каждого овоща свой домик. Ну-ка еще. Так, это что Машенька-то положила? Репку. Репку. Давай, она у нас так, репку. Все, все, Маш, лежит. Забыла. Забыла? Ну, видишь, нашла. Молодец, умница. Морковку положила Машенька. Маш, теперь что ты кладешь, Маша? Огурчик. Огурчик. Ну посмотри. Нет, Маш, посмотри на домик и на огурчик. Посмотри на огурчик и на домик. Вот, умница. Вот, правильно. Ну, продвинь его сюда. Вот, хорошо. А теперь, ну, помидор сразу нашел свой домик. Умница, молодец, хорошо. На этом занятие наше закончено.